Всем привет, пила циркулярная C185, дисковая ручная пила, диаметр диска 185 мм, диаметр отверстия диска 20 мм, мощность электродвигателя 1800 Вт. Напряжение питания 220 вольт, назначение распил древесины, паркета. Максимальное количество оборотов за минуту 5500 оборотов. Максимальная глубина реза на 90 градусов 62 мм, а под углом 45 градусов глубина реза 52 мм. Можно менять угол реза. Вес 4,5 килограмма, степень защиты IP20, производитель Китай. Без этой пилы можно, наверное, обойтись, используя другой инструмент. Но с ней можно решить довольно много задач. Например, быстро пропилить ровную линию. Еще часто используется для пластика, ДСП, ламината, фанеры и подобных материалов. Чем больше зубов имеет диск, тем чище пропил на материале. Можно отрегулировать глубину пропила. Здесь такой зажим. Выставил линейкой. Зажал. Легче пилить. Пилу широко используют в столярных целях, при монтажных работах, при укладке паркета. Например, мне очень пригодилось, когда я срывал старые полы. Еще пригодилось, когда подшивал козырьки на доме. Делал щиты на клумбу, распиливал доски вдоль. Можно делать рамки для картин, я прорезал пазы. Получается такая выбранная ступенька. Так картины выглядят без рам паспорту. Есть такая планка. Шкалой для удобства. Я ею почти не пользуюсь. Есть ключик. Запасные щетки. Бывает, долго лежит без дела, но настают такие моменты, когда здорово выручает. Не жалею, что приобрел. А кому было интересно или пригодится, подписывайтесь, ставьте лайк. Всем пока!